Михаил Юрьевич, вы готовы? Мы всегда готовы. К чему? Не знаю, к чему, но готовы. Вчера готовы, сегодня готовы. Мы не готовы. Мы не готовы. Как вам осталось мы сегодня? Ты вообще на берегу остаешься? Нет, давай я останусь. Завидую. Мишку не берем, провинился, храпел всю ночь. Будет с поплавочки ловить с берега здесь. Весна, соловьи прилетели. Ну вот, ребят, наступило утро. Не для всех оно доброе. Вот. Будем надеяться, что оно у нас будет рыбным. Принесет нам вот таких вот жерехов. Профессиональные вязальщики. Мишка берет уроки вязания корням берега. Ну что, вязальщик, выгнали тебя? Да, сказали, что ты слабак. Народ, всем привет. Мишка с вами уже здоровался. А я все никак не сподоблюсь. Стоим день сурка. Мы стоим второй день там же. Мы здесь прямо и ночевали, собственно. И пытаемся поймать рыбу. Да шучу, мы приехали сюда на лодке, вы все видели. Погода вот такая сегодня. Идет мелкий дождик. Ну и посмотрим, как будет ловиться, как будет клевать. Короче, мы надеемся, что дождик мелкий, а рыба крупной будет. А ящик у нас, посмотрите, пустой. Совсем. Мы еще никого не поймали. И вот наш первый жерех, ребят. А можно липом достать его. Ух. Вон он где-то здесь. Вот, заплавник. Заплавник. Сазанчик, да? Ну вот, ребят, сазанчик забагрился, заплавник. Вот, сазанчик забагрился, ребят, и отпускаем его обратно. Опа! Ай, красавчик какой. Как хорошо, рукам вообще не холодно. Прям вот Африка. Давай я его так возьму. Ох-хо-хо. Сейчас поводи. Ух ты какой. Ой. Сейчас подожди, липку возьму. Оп. Сейчас. Только заплесну, не заметно. Ах, какой красавец, а, ребят. Ух ты! Мишка может. Так, плоскогубчики. Ух ты, какой ты резкий парень-то, а? Работает. Ой-ой-ой, что творит, а? Нет, ну сегодня у нас нервный жерех. Что творит Миша, а? Сегодня. Ребят, это буквально второй заброс. Тихо. Опа! Двумя губами прям. Нет, я имею в виду, смотришь, если одной, тогда подсадишь. Да, я понял. На, отдавай. Опа, был удар. Оп. Эх, блин, а!
Сошел. Сошел, да. Сошел. Был удар, причем вот здесь, прям под деревом, и близко вот здесь вот брал. Волны бьются о борт корабля. Ля-ля-ля. Видел, видел, как я не поймал ничего? Так, Мишаня, ты понял, в чем фишка, а почему рыбы нету? Я, видимо, не ту фишку понял. Главное, Миша, при обрыве лески, чтобы ни один мускул на лице у тебя не дрогнул. Отпускай, не жалей. Ну вот, ребята, Мишка еще одного жарика зацепил. Ну вообще крайне стыдно, но я поймал третью рыбу. Что-то она у тебя вообще летает. Потому что он небольшой, а забагрился. Летучая рыба. Не-не-не, смотри, надо. Не, забагрился, подбагрился. Маленький, да. Маленький жарик. Надо так. Мне такой жирик небольшой. Пусть растет. Пусть растет до нормальных размеров. Оп. И как пуля улетел. Да. Ну, ребят, вот на рыбалку говорят, уху нельзя брать, рыбу всякую. А у нас вот такие оладушки из икры сазана. Очень-очень вкусные. Ты вместо меню лучше бы изучил фауну. Блесной бы, прощупал дно. Не-не-не. По требованию профсоюза защиты Мишки Михаил Юрьевич у нас сегодня ловит рыбу. Да, Михаил Юрьевич, вот и готовлю. Причем делает это как немецкий турист. Там ему кастмастеры меняют, а я здесь рыбку снимаю с блесны и снимаю его на видео. Помните такой стишок про пуделя? Старушка довольна, а пудель не рад. Давай, давай, Миш. Никого не волнует, что у тебя руки замерзли. Лови рыбу. Мишка ловит общую рыбу. Зато я... Браво, мы поймали еще одного жереха Мишкой. Это по жеребьевке мой. Крупный, крупный мой. Ну-ка, где ты, покажись. Покажись, покажись, покажись. Ну, а точно вот, мой. А вот я не покажу. О, точно мой, точно, точно, точно. Так. Давай-ка мы его подсачим. Вот такой немаленький он, нифига. Давай-ка мы его подсачим сейчас. Есть. О, какой красавчик. Ой, какой хороший. Ой, какой хороший. Жеребара прямо. Здравствуй, тебя вкусный жерех. Ненецкий турист. Ой-ой-ой-ой, какой хороший у тебя жерех попался. Пиявки во рту, ребят, у жереха. То есть они только-только начинают просыпаться. Да, ребятки, погодка сегодня. Называется «Сидите дома». Да. А мы сопли морозим, чтобы вы это увидели. Еще гадость какую-нибудь написали в комментариях. Ребят, в общем, начался такой дождь, что мы свернулись и пошли на базу. Потому что, ну, нереально ловить все мокрые до нитки. Посмотрите, что творится. Вообще нереально просто. Все, едем домой, сейчас поедем на шерпе, будем кататься в тепле и без дождя. Ребят, мы приехали домой, все мокрое, насквозь, все штаны, вот, смотрите, это вторые штаны у меня были. А Мишка не может варежки снять, пальцы не чувствует. На тебе.
Слушай, где? Слушай, надо в душ горячий идти, потому что сейчас... Да, надо. В жопе мокрый у меня. Капец, ребят. Все крючки поверхности будут заняты нашими мокрыми шмотками. Да. Ну что, ребят, потихоньку стекаются рыбаки. День немножечко мокрый выдался. Люди сушатся и обедают. На обед у нас баранинка, которая тут бегает, мекает, бегает рядом. Вот. И сейчас будут манты еще. Не знаю даже, показывать или не показывать. Если что, приятного аппетита. Ну вот, ребят, как раз подали манты. Очень вкусно. Сейчас мы их будем кушать. А была селедка под шубой. Я не ел ее, наверное, лет 7 уже. Лара будет котлеты делать. Ребят, смотрите, какая волшебная погода. Посмотрите. Вот такая у нас аномалия. Вот такая у нас аномалия приключилась с погодой. Жесткий слом. Посмотрим, что как будет ловиться. Завтра еще едем на рыбалку. И послезавтра мы выезжаем в автономочку. Будем ловить щуку на наши супер... Поставухи. Поставухи, да. Вот, а сейчас мы просто прокатимся с ребятами на квадрике, покажем вам здесь деревню, что как тут происходит. Лошади, ребят. Амур.
Прокатим, только переодевайтесь. А, да, да, сейчас переодеваемся. Пошли! Из чего котлеты? Сазан. Сазан. Вот, ребятки, делали нам котлетки из сазана. Очень вкусные будут на ужин. Будем кушать. А мы сейчас поедем, съездим, пробьем обстановку, где мы будем ловить щуку. Вот, где мы встанем потом дикарем, да, и будем ловить щуку. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.